Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех в эфире Живого ТВ. В эфире программа «Живьём». И я представляю вам наших сегодняшних гостей. Это группа «Зёрна». Лидер группы Анатолий. Анатолий, здравствуйте. Представьте нам, пожалуйста, ваших музыкантов. Справа от меня Евгений Ривский, гитара. Андрей Чуйкова. Андрей Дубов. Расскажите немножечко историю группы «Зёрна». Юля, а можно песню ответить? Вот по этому поводу у нас есть песня как раз, по поводу истории группы «Зёрна». Называется она «От любви». У нас все произошло от любви. Отлично, тогда слушаем первую песню. Сейчас смерть не бежит. Учиться
У меня вот такой вот вопрос. Каков был путь к музыке каждого из участников группы? Ну вот у нас по этому поводу есть песни, кстати. Вот каждый раз, когда мы утром встаем, один и тот же путь. От того, что проснулся, и сразу до гитары. Нет, ну вот у кого-то была музыкальная школа, у кого-то не было музыкальной школы. Да нет, ни у кого не было еще. Ну, пацаны показали аккорды. Три молодых аккорда, как говорится. Рок-н-ролл сказали. Вы относите свою музыку, в первую очередь, к рок-н-роллу? Ну, не хип-хопом, это точно. Смотрю, у вас три гитары и барабан. А какими инструментами, помимо тех, которые каждый сейчас держит в руках или за которыми сидит, владеет еще? Вилка, ложка. А фортепиано кто-нибудь? Стакан. Ты знаешь, что такое фортепиано? Мы учились в детстве все когда-то, по чуть-чуть. Пьяно. Форте и пьяно играется. Андрей, у нас эти пацаны, кстати, можете обратиться, у него целый курс, значит, игры на бас-гитаре, достаточно, значит, выпив достаточно всяких напитков алкогольных. Студенты приносят расходные материалы с собой. Да, если ты хочешь научиться играть, то, пожалуйста. Игра на бас-гитаре по пьянке. Хорошо, тогда следующая песня будет про путь к гитаре. Да-да, вот песня так и называется «Заманили небеса». Yeah.
нас на сайте www.tv-l.ru. На сайте работает чат, вы можете заходить и задавать свои вопросы. Также я предлагаю зрителям в зале также задавать вопросы музыкантам. Для этого вам надо просто поднять руку, и я подойду к вам с микрофоном. У меня вот такой вопрос. «Заманили небеса» называется ваш последний альбом. Сколько всего альбомов у группы? Штуки 4, что ли? Да больше. Больше, да? Больше. Тут специалисты сидят, сколько же? 6. Да больше. Да больше. Ну не больше, а 7 только. В общем, на Роговозерную руку можно все узнать. Где можно услышать ваши песни? Сегодня здесь. Помимо сегодня и здесь. Завтра. Но они звучат где-нибудь на радио? Звучат, да. На нашем радио, на радио «Звезда», на радио «Алла». А клипы у вас есть? У нас есть всего один клип, «8 золотая», его где-то крутили по Муз-ТВ. Сейчас уже не крутят почему-то. Я все. Виталий просит не наступать на модную примочку. Скажите, пожалуйста, что же вот это такое? Это у него шайтан Рахман такой. Это электрогитара или... Примочка — это электрогитара, понятно. А о чем будет следующая песня? Да все про то же, о том, как трудно нам всем иногда собраться вместе. Песня так называется «Вместе». Thank you.
указанных инструментов есть бубен, и написано, что на нем играют те, у кого есть в данный момент свободная рука или нога. Сегодня бубна нету. У нас кого-нибудь из зрителей в зале есть вопрос музыканту? Бубен, есть кого-нибудь? Марокканском теннисе. Микрофончик дать? Кто пишет музыку и стихи? Ну, обычно как бы я пишу песню и приношу ее вот тут мы все вместе, что называется. То есть коллектив продюсеров, так сказать, они принимают, они платят за песню, за стихи. У меня мансы вообще. Не, ну какой-то другой у вас перевели. Не, я спросил про то, кто пишет. Да, да. Вот там ко мне приходит, как это, как Винни-Пуху. Пыхтелка ко мне приходит, я притаскиваю, парни, еще одна пыхтелка. И вот мы начинаем вместе пыхтеть на эту пыхтелку, чтобы получилась песня. Это скорее к Андрею, у нас он больше всех рисует. Все рисует. Кто рисует в вашей песне? А мы все вместе. Все порисовали, вот что получилось, то получилось. А в каких-нибудь рок-фестивалях группа принимает участие? Да, мы играли на фестивалях. Каких? Нашествие, Крылья, Рок, Рок против, не помню, мы всегда что-то против. А, Рок против, надо играть. Против, надо играть. Какой фестиваль запомнился больше всего? Нет, я помню первые крылья, они очень запомнились, это было Крастушино. И там был очень мощный дождь. Громыхало, мы вышли как раз после Би-2, выходили, там уж прям колонна была такая, фигачила. Меня это как-то все поразило, и, блин, я так думаю, нифига, не мог же и молнии за нас запустить. А какие-нибудь экстремальные ситуации случались на концертах или фестивалях? Постоянно экстремальные какие-то ситуации. Вот на концертах и на фестивалях. Постоянно какие-то экстремальные ситуации. А после концертов вообще просто сплошно на экстрим. У нас в основном в поездах и самолетах экстремальные ситуации. Когда мы перемещаемся из одного города. Часто едете на гастроли? В поезде Тюмень-Москва подсадили подсадную утку, он подкинул нам бутылку водки, а потом ворвались менты и нас пытались арестовать за эту бутылку водки. Андрей вышвыривал и говорил, это ваши дети, это ваша водка, не надо нам подсовывать. И потом всю ночь, потом, когда мы уже легли спать, почему-то на радио смотря, я так сидел и говорил, это ваши дети жрут кокаин, это мы всю страну замолили. Какие-то интересные ситуации, иногда забавные, иногда просто, которые запоминаются. Может быть, пару историй расскажете? Вот по этому поводу песни. Как называется песня? Песня называется «Кончается лето». А что будет «Кончается лето»? Yeah.
дачи водопада. Она танцует и рожался мама. Она смеется сама, где свет твой лежал. Серега, Катя и Саша, привет. Обычно считают, что рок-музыку определяют социальные тексты. Как вы считаете, так это или нет? Ну, конечно, у нас тоже очень много социальных тем. Какие, например? Ну, например, Иван Сусанин, мы написали рок-оперу. А, нет, ну это была песня, да, это была песня. Рок-песня. Иван Сусанин? Да. Про Эдерсу мы написали первую. Первую. Ну, правда, после, естественно, после знаменитого нашего писателя. Ну, у нас, про Карлоса Костана мы написали тоже первую. А может, какую-то социальную песенку? Что считать социум? А можно вопрос как раз? Да, конечно. Насчет как раз о социальных песнях. Толя, такой вопрос интересный. На одном из рок-фестивалей, который называется «Нашествие», я с моим товарищем как раз присутствовал напротив, буквально, я тебя тогда еще не знал, а вот стоял напротив сцены, и мне товарищ говорит, вот, а что они здесь делают вообще? Здесь вот такие команды, там, вот, Битва, там, вот, Алиса, там, вот, прочие там выступают, да? А, вот они думают, они куда-нибудь вырвутся вот с этим. Я ему так, я тебя не знаю, ну что я просто сказал, я не знаю, мне нравится. А вот я хочу от тебя услышать именно ответ на этот вопрос. А что вы думаете? Вы вырветесь? Ну да, в конце концов, хватит же люблю заниматься, да? Ты имеешь в виду? То есть, когда мы будем вместе с Леонтьевым поступать, с Алисой? Нет. Ты знаешь, нам как бы хорошо, и так. А еще хорошо, если вы тебе будет отвлекать. Нет, если говорить серьезно о каком-то шоу-бизнесе, наверное, это как вопрос не ко мне. Я песни пишу. А по поводу его продвижения этой музыки куда-нибудь на рынок или для широких масс, наверное, это не ко мне вопрос. Насколько она конкурентоспособная либо в роке, либо там, не знаю, где-то еще, пусть это ломает голову как бы музыкальной критики. Вот для меня все то, что я делаю, это мой рок-н-ролл. Наш рок-н-ролл. Наверное, мы послушаем следующую песенку, пока наши зрители приготовят вопросы.
Вот в прошлом году мы справили 10 лет. Вот таким составом мы играем 10 лет. Замечательная песня «Жар птица». Я слышала все альбомы, и включая те, которые в Мунзёре. И нигде ее не услышала до сих пор, почему мы до сих пор ее записали. А мы приберегаем. Да, это наш такой промо, ход такой. Если хотите услышать «Жар птицу», приходите на концерт. А мы сегодня услышим «Жар птица»? Да, мы можем. У нас есть подарок. У нас для вас, для вашего телевидения, есть подарок. Мы написали песню про ЖЖ. У нас так много появилось в последнее время ЖЖ, всего ЖЖ. Вот. И мы не могли пройти мимо этого и написали песню по этому поводу. Отлично, песня тогда послушаем песню ЖЖ. Oh,
Вера, песня. Что я даже сделаю гимном. В зале вопросы есть? Твою дивизию. Хорошо. А какую музыку каждый из вас слушает дома? Наталья, вот вы дома что слушаете? Вы, например, дома что слушаете? Нет, вчера слушал Горилоз. Ну, в перемешку, очень много альтернативы всякое слушаю, там, слушаю даже очень такие, как бы, народные какие-то песни, народную музыку еще люблю слушать, причем разную, допустим. У меня есть замечательный альбом «Клептомания», мне подарил это замечательный, значит, музыкант Миша Смирнов, вот, я частенько слушаю, люблю, ну, много очень разных. Андрей. У меня сейчас период такой, я переслушиваю весь старый добрый рок. То есть корневую музыку, это там Ван Хелен, Иглс, Вайт Снейк и так далее. Наоборот, сейчас отошел от современной музыки, вот то, что Анатолий говорил, да? Современные альтернативные группы пока решил не слушать, надо немножко корневой музыки вот, послушать. Оттуда все идет. Даю микрофончик второму, Андрею. Ну, я сегодня все зависимости от настроения. То есть, может быть, что-то на классической музыке, классического джаза, то есть, не включает огромный пласт между этими направлениями. Можно, Андрей, я секрет открою? У нас такая тенденция намечается, у нас барабанщики очень любят джаз. Я секрет еще открою, мы когда мы в компании уже отбиваем, ну, с друзьями сидим, иногда. Андрей любит кричать так: «Эх, а сейчас сыграем». Привет, а электрик гитарист с модными примочками у нас что слушает? Да тоже всякую музыку, сиятельный, я и джаз-рок люблю слушать, и почти вот земляный старый. Есть что послушать, там гитарные клипы пишут, постановки. Так что, прикольно. То есть слушать музыку, чтобы вот какие-то гитарные фишки поснимать? Просто отечественную музыку не слушаю, что здесь происходит. Ничего не трогает. Да, вот свою музыку вы слушаете дома? Конечно. Вот ко мне мама приехала, и каждый день ставлю вместо зарядки. Мама по утрам танцует рок-н-ролл. Мама или теща? Мама. Тещу я берегу. Нет, потому что маму не берегу. Просто у нас музыка очень позитивная. Она как бы заряжает. Ты же не обязательно. Позитив. У нас вопросы есть? У меня вопрос к Анатолию, ну и, в принципе, ко всем команде. Мне интересно, вот Анатолий бессменный лидер команды и как бы мозг, да? Он пишет в основном, насколько я знаю, все песни, а кто-нибудь еще пишет и, может быть, поет? Сейчас споем. Сейчас споем. Да, вот... Нет, мы с Анатолием, только Анатолий пишет. Поют все. А играют, поют. Как получится. Вот тогда другой вопрос я задам для тоже Анатолия. Анатолий, вот такой момент. Раз только ты, значит, являешься инициатором всей музыки, всего текста, тогда просто вот такой вопрос. А откуда берутся вот эти вот слова, вот эта музыка? Ну вот предыдущая песня из ЖЖ. Нет, по-разному. Нет, просто есть темы, которые хочется, допустим, написать. Что я все время хотел бы написать письмо, например, Путину. Сейчас Медведеву, например. Да? У меня вместо этого получилось письмо Карлосу Кастанеде. Thank you.
друзья, обратите внимание на эту замечательную пару, которая сегодня заставляет нам. По-моему, это обе она. И мы как раз слышали, что сами. Это две. Она, только одна с усами. Нас в чате спрашивают, где можно купить ваши альбомы и когда выйдет новый альбом группы. Вот по поводу нового альбома звонили, написал, еще пока не вышел. Предыдущий был The Best, который мы 10 лет выпустили. То есть его, по-моему, Динамит фирма распространяет. А по поводу, вот звонили, не писал, сейчас это переговоры по поводу выпуска. И небольшой секрет открою, что мы пишем сейчас новый альбом, который, наверное, вот это как раз и ЖЖ. А где? Ну, звоните, друзья, у нас контакты на самом деле обозначены на сайте www.zvorno.ru. Звоните, мы всегда вам поможем, если вы не можете найти диски группы «Зерно». Дорогие гости, вопросы за кадром? Нет вопросов. Вот поэтому есть песня. Песня про то, что нет вопросов. У матросов нет вопросов. Не могли обойти эту тему стороной, так как весна, да, и про то, что кругом все уже практически растает.
зрителям последний шанс сегодняшнего эфира задать музыкантам вопросы. Все, попробуем. Да, это так. У каждого из вас есть какая-то своя любимая песня вашего, из вашего творчества. Можно об этом узнать? Да, давайте у ребят давайте получим. У меня раньше была любимая песня, вот Анатолия вышел из запоя. У него есть такая песня, очень классная песня. Она не в группе исполняется, она исполняет ее сольно. Он исполняет ее? Следующий Андрей. Мне, в общем-то, тоже довольно сложно ответить на этот вопрос, потому что, опять же, от настроения не будет зависеть. Но все-таки мне вот Калинка очень нравится, хотя она просто вокалист, как она исполняется. Без инструментов. Это Дори Андрей, если бы она не займет много времени. Моя любимая песня. Та была раз, одна из любимых. Вот клево. Вот две предыдущие песни, это практически песни, которые исполняются так вот. На кухне, что называется, да? Три. Мы садимся на другом. Мы сейчас исполним песню, с которой начнем, с альбомом «Сердцевина». Называется она «Колесная лира». Вот в этой песне очень много объясняем. Она все очень много объясняет для песни. Это будет финальная песня нашего сегодняшнего концерта, нашей прямой трансляции. Я благодарю группу «Зерна» за то, что вы были сегодня на нашем эфире.